congratulations. Светлана Михайловна, поздравляем. Все подарки будут вечером в пиццерии. Я уже вам показала столик. Дайте я тоже обниму. Подождите. Спасибо. А где результаты наши? Светлана поцелует сейчас тоже. Да, Светуля, ты вообще у нас красавица. Господи, посмотри, что она. Ну, старая, это вообще звезда. Так, хочется сразу равняться. Нет, я Начал я издалека. Самое главное сейчас актуально, это здоровье. Это вся зараза. И у нас прошла, все наладилось. Было в семье, получше здоровье. Да, страх. Да, будет здоровье, чтобы всегда была такая же радость, как на работе. Светочка, солнце наше. Вот как-то, я не знаю, сколько тебя хватает. Мне кажется, ты всех любишь, всех уважаешь. Всех и по отдельности каждого. Насколько, как вот тебе хватает? Вот просто каждому уделить внимание и свое тепло. Вот пускай так скажет, что на него внимание не хватает. Да, мы его не попадем, спросим его мнение. Вот пускай тебя так и дальше хватает. На нас всех, и на каждого по отдельности, и на всех всех остальных. Очень приятно. Всегда, знаешь, так заходишь и сразу, хочешь даже так пожаловаться. Ура! За тебя! А вы все смотрите на вашу дальнейшую. Ну, видишь, как мы ударили. Садись. Я не один. Встречаешь их, и они все время поднимают настроение. Ты один из таких людей. И мне очень приятно, что я с тобой познакомилась. Спасибо. А я тоже очень рада, что у нас такая компания. Интересная очень. Я только не знаю, сколько вот мы ходим уже сюда. Ой, Светик. Хочется начать издалека. Думали ли мы когда-нибудь? Ялтина, рассекая шорты белых футболков, не игра «Спартак», а ты кто был? «Спартак». Вот. В этих шлепках дурацких, я до сих пор вьетнамки не могу носить. Меня прямо ужас. В плавках мы плавали, не попали как в плавках, потому что невозможно, вода терла так, что у нас у каждого была своя любимица, которую мы просили очки. Как мы ходили по Ялте, тренеры, они просто уловили, что если написано «Ленинград», почему-то у нас в Крыму ленинградцев очень любят. То есть такое ощущение, что «Благата» закончилась вчера, а мы, видимо, имели очень такой плачевный вид. Худые все были «Благаты». Да, это да, и нас все время подкармливали, как будто мы в блокаде с чем-то. Блокадники приехали. Помнишь, учебные доставки? Да. Конечно, мы не думали, то есть хочется сказать, что жизнь, она гораздо интереснее. То есть я не понимаю команду, скажу честно. Потому что любая фантазия, которая тебе приходит в голову, ничто по сравнению с жизнью. Но радует только одно, что уже тогда мы с тобой познакомились, и нам было весело. Ура! Как и сейчас. Через два года будет. Как она была на 10-м пункте в этом году? Вот смотрите, пожалуйста, сюда. Красиво. Лев так. Отлично. Да. Вот, смотри, да, нет. Да, еще чуть-чуть.
Нет. Так это ж надо мозги уметь, чтобы их отключать. Тут нужно выключиться. Иногда просто положиться на удачу. Да. Такой некий авось. Частенько тоже показывает. Вот не всегда, короче, не все правда можно пить мозги. Иногда нужно рассчитывать на удачу. Поэтому удачи тебе, мамаль. Мозгов там и денег. Все, 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 уже спасибо. Чем отъемлю, что баум не надо. Так иногда забываю, что хотели сказать.